Возьму, а старую оставлю, потому что меня могут все еще скинуть. Я не бест там какой-то супер игрок, что меня невозможно скинуть. Я уверен, что вполне вероятно, что вот зачем наши строятся? Нужно добить синих. Добиваем синих, идем на зеленых. Убиваем зеленых, идем на желтых. Все. Желтые их двое. Они, в принципе, вдвоем не представляют такой большой угрозы, как те же самые зеленые, которых шестеро, или синие, которых трое. Тем более синих можно убить легко. У них же там никого не осталось уже. Офигеть, что это за дыра? Кто ее построил вообще? Что за сумасшедший? Синих, если убить, это просто халява будет. О, смотрите, синий сидит. Отлично! Минус еще один синий. Два синих остается, дорогие друзья. Вот так вот демастер показывает синим, кто здесь батя, кто отец. И синий, естественно, трепещет перед его мощью. Демастер так выпендрился без палева. Это я про себя в третьем лице. Я очень сильно играю с огнем, вот когда так вот строюсь. Но выбора нет, дорогие друзья. Вы, надеюсь, понимаете, что... Если не рисковать, то никогда не выиграешь Bad Wars. Я говорю, моя задача сейчас убить. Убить синих. Как только я это сделаю, я смогу убить всех остальных. Желтые, ладно, они там заперлись в своей крепости, но вот зеленые, они действительно очень сильно мешают. Отлично упало. Где синий? О, вон синий в окошке в своем. Нужно прицелиться. Отлично, давай, давай, синий, синий, еще пару выстрелов, и ты умрешь. Все, что ли? О, отлично, чего упал? Зачем ты закрываешь? Ты что, дурак, что ли? О, боже мой, дебил, куда ты закрываешь? Нужно идти туда, нужно строиться, понимаешь? Строиться. А не жить в вечном страхе. Если бы я не строился так постепенно, мы были бы все дальше и дальше от них. А так мы все ближе и ближе и ближе. И, возможно, когда-нибудь мы доберемся до этих синих, и я смогу их добить. Добить своим луком, мечом. Ну, я потрачу на это зелье силку. На каждую, получается, раз нужно потратить по одному зелье силы. В сумме это будет стоить... Ну дофига. Да ладно. Желтый убил нашего? Фух, я уж испугался. Надеюсь, желтый там не на нашей базе тусуется, потому что если он на нашей базе, то мы наши бы уже начали сигналить, типа бла-бла-бла, там желтый. Все, он закрылся, отлично. Отлично, чувак, закрывайся. Я-то не против то, что он закрывается, он не понимает, что я только за... О, отлично, он вылез. Ох, нифига себе, что это за такой запрыжок, лол. Что это за скилл? Такое видел впервые, ребята, если честно. Вообще жесть какая-то. У желтых, конечно, не база, а целая крепость просто, реально. Дворец какой-то... имени кого-то там. Че, синий там по мне стреляет? Откуда, главное? Мне вот интересно, откуда он стреляет? Так, я уже близко вот к этому низкому туннелю синимскому. Скоро, скоро я смогу туда спрыгнуть и пробежаться. Ну и как только я это сделаю, я пойду искать синих, естественно. Потому что они где-то там. Вон, они там бегают. Их двое, я один. Я надеюсь их за ПВПшу, потому что они и так с секунды засели на своей базе. Мои, кстати, тоже сильно не продвигаются к другим. Вот видите, они тоже сидят. Вот если бы там, вот в этой команде было бы 4 человека, как я, то есть я и еще трое таких же, как я, мы бы сейчас во все три стороны продвигались, и один бы дефал базу, и было бы вообще шикарно. Но с другой стороны, они сейчас на миде сидят, мониторят, у нас никто базу не дефает, это, кстати, большой минус. Вот, красный пришел, говорит, вау, вау, ты смотри, уже построился, молодец. Вот, да, правильно, стреляй, стреляй, стреляй там по тому синему. О, бомба, бомба идет. Сейчас будет взрываться. Отходим, отходим, отходим. Мужик, ты что, он сейчас взорвется? Все, взорвалась. Ну, он оттянул, так скажем, свою участь. Ненадолго. Тогда я не буду спрыгивать. Я, наверное, сразу же пойду. Построю до конца мост. Мост свободы. Мост свободы.
Свобода над синими сакунами. Блин, наши-то чё, чем заняты? Я понять не могу. Что они там делают? Вот реально. Бэдвардс, надо, короче, буду играть, наверное, в мелкие бэдвардсы, потому что в этих просто очень долго все. Все, закрыл он дыру свою. Снизу еще один синий, наверное, еще тинти тащит. Ну, а что ему остается делать? Он может только тинти таскать. Так. С этим бойцом невидимого фронта мы сейчас разберемся. Так, так. Все спускается, спускается. Хорошо, делаем таким образом. Открываем зелье скорости. Перепрыгиваем. Сила. Видимо, они не все на спике сидят. Синий. Привет, парень! Это я! Здорово, пока! Так, где еще один? Где еще один? Быстрее, хилочку, хилочку, хилочку. А вот он здесь сидит с луком. Оп, оп. Отлично! Я аннигилировал всю синюю команду, дорогие друзья! Ну, не без помощи, конечно, моих союзников, которые мало что делали, но они все равно мне помогали. То есть они там защищают и все такое. Одному здесь все равно невозможно выиграть, но мои союзники, они тоже молодцы. Я вот только не понимаю, где сундуки этих чуваков, потому что если они что-то складировали, то я могу получить с них неплохого профита. Наверное, что-нибудь на башне там стоит. Блин, стекло, я вот не знаю, как он так сделал стекло, вот эти все штучки, мне даже интересно стало. Ладно, неважно. Наверху ничего нет? Ничего нет. Абсолютно пустая карта. Так, ну теперь можно убить желтых и зеленых. Зеленых будет убить сложнее, а вот желтых, в принципе, думаю, вполне нормально. То есть желтые, они же ничем таким не отличаются. Не отличились. И, кстати, когда команду аннигилируешь... Не, ресурсы продолжают идти. Вот надо бы, наверное, было сделать, чтобы ресурсы переставали идти, типа... А, ну, хотя, с другой стороны, ведь если... Вот они же сейчас долго держались. Хотя вот если бы у них не было ресурсов, действительно, они бы, мне кажется, проще бы даже ливнули. Либо пошли бы отдаваться, драться, я не знаю. А так они просто сидели, было даже неинтересно. Вот, сразу же куплю себе зелье силы, еще зелье скорости, потому что хрен знает, что может произойти. Так, 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 так. Зелье скорости. И еще парочку хилок. Отлично. Хилки поставлю вот сюда. Это сюда, сюда, сюда. Золото 6. Где мой 8 слиток золота? Вот и он. Хорошо. 7, то есть. И мы сюда ставим зелье силы. Оно, конечно, сразу же дается, но я как-то... Мне как-то, знаете, даже приятнее самой его выбирать. Это тяжело объяснить. Из списка я имею в виду выбирать. Чувак, построй ты мне уже лестницу. Зачем ты сюда пришел, чувак? Тут ничего нет. Блин, он оставил нашу базу одну. Если сейчас 6 зеленых пойдут атаковать нашу базу, то... Дебил, а? Вот дурак. Зачем он это сделал? Не понимаю, в чем... Вот не понимаю на доход мысли этих европейцев, что у них в голове вообще творится, как они решают это вот сделать, пойти там к синим там и так далее. Не знаю, не знаю, что у них в головах творится. Вот если бы я бы сейчас был на месте зеленых, увидел бы то, что наши, то есть я там, целых двое находятся сейчас на базе синих, то есть всего двое находятся на охране кровати, я бы сейчас пошел просто рашить. Действительно, я бы сейчас пошел бы, вот, и зеленые, видимо, так и делают. Смотрите, они действительно идут рашить. Зачем он спрыгнул туда? Дурак, блин, а? Из-за него мы сейчас все в дерьмовом положении, на самом деле. Может, я один здесь был, вот и так уже была проблема, то, что у нас было трое против шестерых, а так он оставил двоих наших против шестерых их. Это жесть, ребята. Дорогие друзья, вот вам, пожалуйста, тупость некоторых людей, которые не понимают, что такое тимворк, и что от каждого члена команды что-либо зависит. Это, конечно, не дота, да, это не дота, но здесь, в принципе, такие же. То есть... Это же командная игра, всегда должен быть тимплей. Почему я перестал играть в Annihilation? Там слишком много игроков, и на каждого ложится большая ответственность. Но никто не хочет эту ответственность как бы соблюдать, что ли. Никто не хочет делать командные всякие разные штучки-дрючки. Вот, отлично, и мы уже здесь. Хорошо, ничего не произошло, зеленые у нас не напали. Желтые как сидели там у себя, так и сидят. А к зеленым мы пойдем очень просто. Нужно здесь подняться. Я понял, что вот такой вот, ну, строй до зеленых, еще раз, это будет слишком долго, слишком на это уйдет много времени. Нифига из золотых яблок, ты решил потратить все золото, да? Ну ладно, потратил и потратил, ничего здесь не поделаешь. Нужно добить желтых.
Хотя, если я добью сразу же, если мы добьем сразу же зеленых, то проблема с желтыми, наверное, даже не будет. Что их осталось двое, они вообще ничего не могут сделать. Им останется только ливнуть, когда они увидят, что я уничтожил и зеленых. Так, сейчас думаете, зачем я все это дерьмо делаю? Я пытаюсь сделать вышку. Собраться на стекло полностью вот сюда вот. Аккуратно, аккуратно. Да-да-да, чувак, ты можешь по мне стрелять, там, настреливать. Но тебе это все равно ничего не даст. Тем более, сейчас построю здесь стену. И все, твои выстрелы, они как бы никуда тебя не приведут. Да, все уже хорошо... Вот я не знаю, вот... Чем думают наши, какая вообще мысли идут в их голове, но явно не так, как у меня, потому что я планирую выиграть, а они, видимо, не хотят побеждать. У них вообще нет такой мысли побеждать. Зачем? Зачем это нужно? Побеждать интересно, мы хотим потянуть. Да, судя по тому, как все это растянулось, наверное, я даже разобью на несколько серий этот Бэдварс. Это просто какой-то Адварс, на самом деле. Это вообще жесть. Просто жесть. По-другому не... Не назвать. Нифига они тут сделали. Тут уже целый склад для стрел. Ну, знаете, зато хорошо, я прибегаю, я вижу, что чуваки работают. Чуваки у меня в команде молодцы. А что они тут ни фигней страдают? Куда золото скидывают? Сюда? Нет. Сюда? Нет. Где золото? Золото что, все потратили? Ну ладно. Хотя, возьму немного вот этого вот и... Возьму себе блоков уже поболее, потому что блок с блоками, сами видите, какая беда. Я один вообще пытаюсь что-то сделать для того, чтобы наша команда победила. Жесть, нужно было кого-то из подписчиков, наверное, позвать сюда поиграть. В TeamSpeak. А то это какой-то Unreal. Вот, ну, а знаете, да, действительно, давайте сделаем так. Я буду иногда проводить игры с подписчиками на Bedwars. А почему бы нет? Я вот только сейчас задумался, почему действительно нет? То есть в TeamSpeak будут собирать народ и играть со своими подписчиками в Bedwars. Хорош. Как я сразу до этого не догадался, ребят, что-то я до этого, видимо, жестко тупил. Блин, кто здесь закрыл вход наверх? Секретно должен быть вход наверх. Окошко закрыто, а здесь должен быть сделать вход наверх. Вот, вот так вот, правильно. Вот, это я уже понимаю, намного лучше. Намного лучше, потом можно поставить сюда блок, сюда. Вот так вот, чтобы был подъем сюда, вот здесь все усилить стеночку. Да, таких долгих бедварцев еще история Майнкрафта не видывала. Ну, вернее, я не видывал. Я, конечно, история Майнкрафта, но все равно. Обычный бедварц, который я играл. Ну, это реально долгая карта. Постараюсь в следующий раз для вас, ребята, брать более короткие карты. Конечно, это все опасно. Но безопасно. Но опасность — это мое второе имя. Я не понимаю, они собираются играть бесконечно, что ли, в эту игру? Ух-ух-ух. Так, ну ладно. Таким вот незамысловатым образом мы делаем стены. Они, видимо, уже поняли, что там есть какой-то опасный игрок, Демастер 59.ru. Желтый там что-то мутит? Нет, что-то написано. Из Getstorben. Не знаю, что такое Getstorben. Вон... А, ну, наш красный убил одного желтого. Ну, ничего страшного. В нашем острове вроде бы все тихо. О, зеленый, да смотрите как. Поняли, что я серьезно настроен, собираюсь напасть на них сверху. А что, снизу тяжело нападать? Они просто вшестером застреливают до смерти. И сами, главное, не строятся. Сад, сад, сад. Вообще сад, причем не по-детски. Хорошо, кстати, что вещи при смерти здесь не падают, потому что... Если бы они падали, было бы все очень плохо. Я объясню почему. Тогда бы люди не сильно бы парились насчет смерти, там, бегали бы, вещи бы свои подбирали. Это было бы неинтересно.
стрелы над моей головой, что ли, пролетают, понять не могу. Это лук прямо коряво стреляет, реально. Я просто стреляю, и стрела кого-то левее летит. Вот, теперь попал. Чуть левее, чуть... Иногда прямо летит. Да-да, иногда прямо. Еще выше. Строит башню, нужно его скинуть. Просто не могу достать до туда. Ну, понятно, зачем он башню строит, чтобы отстреливаться от меня. Не давать мне подойти еще ближе. Дебилы, короче, они... Вообще не понимают, что такое, видимо, Bed Wars, зачем этот режим нужен. Это... Реально, здесь сейчас играют чуваки, которые играют на этом сервере каждый день. Я в Bed Wars играю, вот, чтобы вам не соврать, это пятый раз. Пятый раз играю, может, шестой максимум. Даже, наверное, и то я вам вру, потому что не больше пяти раз я в него играл. Один раз мы с ТРСРом заходили, он мне показал, что за режим без записи поиграли разок. Один раз я заходил с уткой, ну, эту серию увидели. Один раз я поиграл без записи, там мы слили. Ох-ох-ох, как хорошо залетело. Не буду даже хилочку на это тратить, на этих бомжей. Но они уже поняли, что я приближаюсь. А если я приближаюсь, то это все плохо для них. Но это-то они прекрасно понимают. Они знают, что демастер-то парень не пальцем деланный. Единственная проблема, которая меня напрягает, это вон та башня, которая строит. Все остальное, в принципе, не так уж и страшно. Хотя, погодите-ка, что-то я тут зафейлил слегка. Нужна не такая стенка, здесь нужна вот такая вот стенка. Тык-тык. Теперь так вот тык. Тык-т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 ык. Один желтый остается тем временем. Это, кстати, хорошо, потому что желтый, если ливнет, останется только реально закончить с зелеными. У зеленых никто не ливает. Вообще, ну, такие настырные парни, не хотят ливать. Ну и хорошо, даже интересно так. Чтобы у тебя там твой лук, мать твою, сломался. Боу-спамер с саной. Зеленый убивает одного красного? Да ладно, они что, на нашу базу идут? А, желтая команда проиграла, последний желтый ливнул. Отлично, отлично. Желтые просто не выдержали от моральной давки. От такой долгой игры. Я на самом деле тоже уже на пределе, но остались только зеленые, это хорошо, тогда я точно знаю, что если я уничтожу зеленых, никто меня за спину не закрысит. Хорошо, это отлично. Главное, чтобы наши на дефе были. Я постараюсь один уничтожить шестерых. Это, конечно, звучит какая-то геройская такая игра, да? Одному уничтожить шестерых, это, наверное, нереально. Но попробовать, думаю, стоит, ребята. Попытка, как говорится, не пытка. И если у меня это получится, это будет круто. Это будет просто ролик на мувик, там, не знаю, на нарезочку какую-нибудь. Хотя, кто его знает? Можно, кстати, сделать нарезку из этого видео. А, я же в Перми сейчас, блин. Нарезку не получится сделать, это слишком будет муторно. Из-за того, что здесь комп не очень. Чё там целишься? Думаешь, я целиться не умею? На! Думает, я целиться не умею. Лол. Вот, стал там вот этот свой заборчик закрытый. Охренеть! Охренеть! Он просто пробрался и в спину меня убил. Жесть! Где, сука, все наши были? Мать твою, как у меня сейчас горит! Где все наши были? Почему они меня не прикрывали? Уроды, просто уроды. Я в шоке, реально. Где? Кто? Я... Меня бомбит, ребята. Я по-другому это назвать никак не могу. А, слышите, есть же эндерперлы, точно. Я же могу с помощью эндерперла прилететь туда и сломать их кровать. Ну-ка, давайте попробуем. Ради интереса, чисто ради теста. Он может... А, он, скорее всего, мог так же и сделать. Чисто на... Да-да-да-да-да-да. А я-то не догадался. Тоже на эндерперле прилететь, так и сломать, и меня скинуть. Блин, точно. Но это, сори, ребята, это была пустая бомбежка, потому что наши, скорее всего, тут не виноваты. Это я, дурачок, не подумал. Если что, я к синим схожу. У синих есть стопудово, есть. Мои материалы. А как пробраться к нам? Лол, как они это сделали? Они сломали к нам путь. Наш путь поломали, черт возьми. Стреляют теперь из лука. Нужно бежать, бежать. Ай-яй. Подпинут. Зеленые забрали центр, да? Со всеми нашими ресурсами. Мать твою, не успел, не успел, не успел.
Они небось где-нибудь в TeamSpeak сидят, собаки тоже. А там наши яблоки были, и где все наши-то, мать твою, где все наши, блин, а, такая игра хорошая, и как она сливается сейчас, я просто в шоке, реально. Хотя это мой шанс, реально, Ender Pearl, реально, сейчас беру вот так вот, меч, где железо, железо берем, хоп, где они сюда идут, нет, не идут, это наш шанс, сейчас я объясню, в чем, что я придумал. Реально, сейчас нужно Ender Pearl докинуть, попробовать до них. Если получится, то будет реально здорово. Если не докину, значит я просру зря ресурсы. Блин, что я купил, что это за дерьмо? Последний самый нагрудник мне, пожалуйста. Вот. Спасибо. Спасибо, дорогие мои, дорогой мой житель. Да ёб твою мать, и два этих. Вот, все. Protection 3. Они там стоят, да? А я попробую кинуть Ender Pearl. Конечно, скорее всего, на такое расстояние он не долетит. Но я должен попробовать, просто это того стоит. Давай, лети, Ender Pearl, лети. Все, он не долетел. Они просто захватили сейчас центр. Кстати, у желтых куча ресурсов и у зеленых куча ресурсов, я так понимаю. Не зеленых, а этих, у синих. И их можно забрать, чтобы сделать себе зелье. Я, наверное, к синим сейчас схожу, когда отобью центр. О, у зеленых один ливнул, класс. Блин, как же тяжело без оптифайна. О, смотри, они сами сделали проход туда. Здорово. Что у нас по золоту? Дорогие друзья, по золоту у нас ни хрена, да? Луки какие? Луки дерьмовые. Золото все потратили на всякое дерьмо. Где эндерперлы? Че нужен один эндерперл? 13 золота, кстати, стоил эндерперл. Я-то вспомнил, сколько он стоит. Действительно, дороговато. Что, лезь сюда, зеленые собаки. Ах, все, жопа нам, скорее всего. Мы здесь уже не выиграем. Да, это проигрыш. Просто проигрыш. Зеленые... За меня играли чуваки какие-то вообще непонятные. Они что-то вообще ничего из себя не представляют такого путного. Но мы этих чуваков можем, кстати, убить. Тут я сейчас попробую сделать хитро. Они все равно наших всех там убивают. Наши, может быть, даже задефают, а у них один ушел, да? Хреново так-то получается. Если наши отдефают, будет вообще круто. Но мне кажется, это нереально отдефать в такой ситуации. Наши все просто там умирают. Ну и я, что я сделаю-то? У них, у зеленых, как бы команды. Да сразу же видно, они там прямо... Фух, я думал, синие победят, а может это в зеленых были випы? Да, может, кстати, в зеленых была команда этих випов изначально, я не знаю, дорогие друзья. Не помню, по крайней мере, я помню, что такое было. Просто куча золота, охренеть, это мой шанс. Все, нашу команду сломали. Давай, демастер, делай себе сразу же хороший меч, зелья, силы, там, все такое, давай, отлично, меч. Так, сразу же зельки. Я остался один. Я дерусь до последнего, как говорится, зелье силы. Так, железо сюда мне, пожалуйста. Так, ёб твою мать, железо ему отдал. Нет, мужик, отдай железо обратно. Оп. Так, похавать нужно, чтобы отрегениться. Ну, в общем, дорогие друзья, такой вот был Bad Wars, хреновый. Я не затащил. Я, конечно, не могу обвинить в своем проигрыше команду. Я, наверное... Ну, тут буду не прав, потому что команда тоже пыталась что-то сделать. Да, не получилось, не фартануло, как говорится. Но они не виноваты. Может, они просто, им нужно еще подучиться играть. Да и мне тоже, на самом деле, нужно подучиться еще играть в этот режим. Я в него пятый раз играю. Но вот если бы мои союзники изначально делали бы хоть какое-то продвижение в сторону противника, думаю, был бы шанс. Теперь остается все, ну, довериться воле случая, как я бы сказал. Пиваем зелье скорости, хилки ставим сюда. Это будет битва. Они не знают, наверное, что на территории синих. Сейчас они... О, они меня ищут, кстати. Пиваем зелье силы. Они пошли к желтым. Хорошо, я сейчас попробую наверх подняться. Зеленого даже не буду бить. У меня вот есть целый свой подъем. Блин, я не могу здесь подняться. Черт, я кирку-то забыл взять. Самое главное, я забыл взять кирку. Ах, они тоже поделили силы, нереально, одного убил, второй меня добил. Все, это конец, ребята, дорогие друзья.
На этом все. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте под видео. Был жесткий Bad Wars. Чуваки играли командой, реально, у них была тьма. Фух, ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Никогда не сдавайтесь, как и я сейчас. И, возможно, у вас будет шанс победить. Я, конечно, не победил, но кто знает, да. На этом все. Всем удачи, всем пока.